Ребят, всем привет! Привет! Сегодня мы направились в город, погуляем. И сегодня в Китае праздник. Сегодня 20 мая, и в Китае в этот день отмечают праздник 520. Это что-то типа 14 февраля. Мы, ребята, сейчас направились в центр, погуляем. Запланировали покупку LOL. В общем, поснимаем наш сегодняшний день, выходной день. И принято уступать место детям. Все, ребята, мы приехали. Смотрите, я мешок. Это желатин. Это клубника или карамель? Мы обожаем. А я хочу, наверное, показать магазин Alienware, который находится здесь. И вот сюда я приходил в этот отдел присматривать себе ноутбук. Зайдем, посмотрим, что тут у них. Кстати, ноутбук покупал я не здесь, я покупал его в Гонконге. Он порядком дешевле обошелся за счет этого. Если кто не видел, я могу оставить ссылочку в описании. Посмотрите, я делал обзор на этот ноутбук. Но ноутбуком я полностью доволен этой компанией. Он справляется сейчас со всеми задачами по монтажу и так далее. Но, собственно, выпуск сегодня не об этом. Мы продолжаем двигаться в магазин игрушек. Мне так нравится, как Китай декорирует витрины. Посмотрите, какие красивые медузы, рыбки. Вообще класс. О, моя любимая поняшка. Ищем шарики лол. Ищем, прямо ищем. Это не шарик. Что это? Я знаю, что это. Это самые мои любимые милашки, они пахнут. Девочки, если не будет лол, я предлагаю купить вот это. Что-то похожее, нет? Нет. Какая-то игрушка. Вот. Ну что она сказала? Она сказала, нету, простите, девочки. Так что берем это. Девочки, что вы делаете? В общем, мы решили прийти именно в этот магазин, Доктор Конг называется. Это в Китае считается лучшая марка, где продают обувь. Здесь ортопедическая стелька, и для Полины я специально искала туфли с закрытой пяткой, чтобы у нее были закрыты пятки. Она постоянно ходит либо в кедах, либо в ортопедических сандалиях, что не очень удобно для нее, когда мы идем гулять и так далее. Но в школу можно в сандали ходить, а погулять, вот я хочу купить вот такие вот спортивные туфли. Нравится? Проходочку, пожалуйста. А также, ребята, в этом торговом центре Grandview Mall находится каток. Очень популярное место, судя по всему, потому что очень много народу. Здесь так прям сразу прохладненько. Хочешь?
Сходим когда-нибудь, да, сюда? Немного полетали тут в центре, парк Централ, очень красивое место. Сюда все приходят пошопиться, погулять, сходить в кафе. Здесь очень много ресторанчиков разных, очень красиво. И разные инсталляции ставят. Здесь очень красиво. А мы идем дальше. Слушай, я постоянно удивляюсь Гуанчжоу, постоянно. Вот мы, кстати, вот были здесь уже не раз, да, и вот постоянно что-то новенькое увидишь здесь. Да. Вот фонтаны я, допустим, вообще не видел. Дети, конечно, купаются, это прикольно было. Отчаянные родители позволили своему чаду покупаться. Ну, жарко, может быть, поэтому. Дети наконец-то поняли, куда мы идем. И у Вероники сразу поменялось настроение. Ребят, пришли в наше любимое место, в ресторан безлимитного мяса. Но видео у нас уже есть на канале, поэтому снимать мы ничего не будем. Извините. Да нет, нет, пошутили мы. Будем снимать. Пойдемте. Ребята, как я уже говорил, у нас на канале есть видео про это местечко. Там более подробно мы все показываем. И вот сегодняшний наш выбор. Поля выбрала рис, какие-то куриные шашлычки. Да, и рыбку. И сразу же мы встали в очередь за рыбкой. Рыбка строго по очереди. Вот такие вот кусочки. Я васаби еще соусом все это облил. Да, там же салат выдают. И полили все это дело ореховым соусом. Очень вкусно. И да, и вот сейчас проходил, в общем, парень. Он тот в ковбойской шляпе с сосисочками. И мы его выцепили. Он нам вот нарезал. Пробуй. Это просто великолепно. Шедевр, да? Обожаю это место. Здесь очень много мяса. Мясо практически все на костре, на барбекю. Сейчас девчонки придут, покажем, что они выбрали. Наши девчонки принесли наггетсы, какую-то фигню. Что это такое? Это такие наггетсы и мама какой-то непонятный, не знаю. Вот именно, зачем мы набрали? Кстати, ребят, рекомендую, если приходите в это место, просто берете с собой тарелочку и сидите, ждете мясо. Оно само придет к вам, да? Много намирать не надо. Так, рыбка. Мороженое. Фрукты. Креветки. Грибочки. Супчик. Раки. Салат можно сделать. За этим мы еще придем. Каша. Десерт. Вот у нас такая тарелочка мяса образовалась здесь. Здесь. Мы уже растащили. Да, растаскали. Вот это мясо очень вкусное. И Вероника пробует. Она супер мягкая. Ой-ой-ой-ой. Я взяла себе раков.
и хочу попробовать. Смотрите, какие они красивые. Только я не умею чистить, и я их очень боюсь. Мама, помоги мне! Все, пробуем раки. Ну и как тебе? У меня аж глаза закатываются. Это просто вкусно. Вкусно? Просто, короче, не получилось включить. Мы тут, в общем, ребят мимо проходящих выцепили и попросили ей помочь. Вот. Девчонки запросили более-менее известную китайскую песню. Сейчас, в общем, ищем. Нет. Первый опыт, как вам понравился, нет? Да, все классно, мне тоже понравилось. Все время мимо как-то проходили, да? Попробую немного описать, как вообще все происходит. Одеваешь наушники, оплачиваешь, и, в общем, играет музыка, и прям вот... Да, и выбираешь песню, и, в общем, поешь, и у тебя вот это все вот происходит прям в ушах. Как будто там прям вообще какой-то, прям ты на сцене поешь, перед тобой много акустика, все, в общем, есть такой, да, эффект. А со стороны, конечно, если снять наушники, ты как поешь, как полное ничтожество. Он немного глючит. Глючит? Да. Почему? Потому что он... Мы выбираем песни, он не может найти. Да девушка не, просто... выбирает песни, не может. Да не, мы просто не первый раз и не умели выбирать. Сейчас там мы научились. Будем ходить в такие места. Песни петь. Ля-ля-ля. Ну все, ребят, мы уже дома. Завтра учеба, работа. Вам понравился сегодняшний день? Да. Ну все, ребята, на этом закончим. Как обычно, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Всем пока.